Всем приветики, с вами Росси и мой друг Менгеле. Да, привет. И сегодня мы играем в For Honor для бедных. Именно Чилявили Чилювари, как-то там, короче, я не помню, как он называется. Если честно, в общем, я мечник. Вон я вижу Сашу. Сашу, ты живой? Уже да. Уже, да? Одеты. Все, я тебя вижу. Я тебя жду. Мы сейчас... Какая у нас задача? Что нам надо сделать? Захватить. Просто лучший. Убить всех. Понял. Да ты стрелял? Да. Так. Саша, контакт, я вижу их. Ух ты, блядь, лучники. Че ты так вышел, Саша? Ты что, тебе сейчас на это? Бля. А, сука, мне попали. Террасе. Слышь, я еле выжил, что-то с арбалета что ли бабахнули или что? Нет, это копье было. Ну тоже нет. Бля, типа убили. Прямо на моих глазах братишка умер. Рыцарь, он прям, вижу, серьезно настроен. А что, тут я один что ли? Я бегу. Давайте сюда. У меня сейчас потихонечку хп восстанавливается, сейчас мы. Ух ты! Прикинь, я даже щитом не закрывался, мне в щит попали. А, Акила промахнул. Саша, там арбалетчик. Слева, слева от него, видишь? Да уйди, блядь! Он тебя через твой не зарезал. Есть, попал. Давай, арбалетчика здесь. Сзади арбалетчик, Саша. Есть. Давай, ебём этого жирного, сука. На, блядь, на нож, жри. Всё, вперёд. Не забывай, Марат. Конечно. На, рыцарь, блядь, охуя. На. А, всё. Кончилось. Кончилось это. Да. Ох, мне голову с плеч снесли просто. За комбо-момбо. Ну, точнее, просто за один удар, как бы срезали, просто как сосисочку. Ничего, Саша, мы еще повоюем. Я считаю, что я и так в этой игре очень долго жил только что. Так, у меня тот же парень. Сколько еще осталось? 10 минут? Ты где? Я не вижу. Вот, наверху. Я иду к тебе. То есть, а вот смотри, я сейчас бегу на ускорение, но что, типа, забирают, мол, это? О! Сзади, типа, справа тебя. Сука, этот с чумной маской. Порубали его. Ух ты! Они все тяжи, слушай. Держись, Саша, сзади тебя. Почему я такой красивый, а не все мерзкие такие? Блин, меня убили. В смысле ты красивый? Ну я красивее, чем они какие-то мерзкие. Я там молодой парень, лучник. А они такие мерзкие. Ты не знаешь, когда тебя первый раз увидел, ты меня Тарзана напомнил такого вот именно. Ну, да, шикарные волосы такие. В масле. Волосы в масле. Ты такой накачанный. Лучник, молодой парень с сильными руками. Mm-hmm. Вон я вижу у нашего типа проблемы слева. Надо ему помочь. Такое ощущение, что мы только орать можем. На. Горляночку ему. Обалдеть, он мне в горло попал. Зато я сразу появился, уже хорошо, в принципе. Это не может не радовать. Так, вон я вижу одного барыгу здесь. А, он не один, их тут двое. Они нас прессуют прямо у нас на базе почти. Есть.
Да, конечно, что-то сильно. Да, они к нам прямо на базу уже забежали. Оттеснили нас конкретно. Опа, лучник. Нагому. На, голову одному отрезал. Голову второго убил. Отлично, двоих подряд, дабл килл просто. Тут же патроны есть еще. Есть. Троих убил. Давайте теперь этого рыцаря. Ой, у меня что-то патронов нет? Есть. Ух ты. Четырых убил, Саня, четырых. Отлично. Вон сзади еще рыцарь. Да, а, нет. Мне тут... Ух ты, ниндзя. О, я горю! О, я просто уже устал, он меня просто все-таки убил. Но я его два раза коцнул вроде. У меня почему-то щит пропал. Ну, потому что ты молодой накачанный парень. А не, все появилось. А, блядь, сердце. Что ты просто ходишь копии бросаешь? Да! Пока у меня самый лучший результат. Так, 7 минут еще нам осталось. Мы пока 48-42. Это что, типа очки наши? Да, очки. Мы пока чуть-чуть выигрываем, как я понимаю. Да. Тут же надо у кого больше, правильно? Ой, что? Тут у кого больше очков или как? Да. А, тут у нас 50-45. Еще нам. Обалдеть. Друг друга убили. Ну, точнее, как бы. Как он так у него получилось, блин, извернуться, чтобы меня цепануть? Блять, своего попал. Саша, ну что ж ты, аккуратнее, это же война. Мы же воюем за один орден. Ты далеко от меня, блин. Я бегу. Я их под... Я одного в реку скинул. Угу, вижу. Я иду. Ух ты. Все, да, 5 убийств. 5 убийств. Давайте, еще 2. Или 1, или 2. Все. Победа. Ой. Что-то такое страшное было. Отлично. Ранг 4. У меня, стоп, нажимай. У меня точность 95% просто. А у меня 81. Ну почти, Саша, у меня просто, я жалю, как пчела. Просто так укол пчелы просто происходит вообще.